Всем привет. В общем, у меня тут чуть поднакопилось возмущений. Хочу высказаться, так сказать. Вот у меня бывают такие вот сотрудники, вроде уже с опытом, уже, ну как с опытом, с небогатым, конечно, опытом, но проработавший уже довольно-таки так не один месяц. Ну и вот, проходя так чисто случайно, начинаю обращать внимание на вот такие мелочи. Но эти мелочи настолько вот меня лично задевают, вот у меня аж слеза наворачивается на душе. Вот, ну вот, к примеру, заезжает человек с поля выгружаться, все уже. Поднимает этот бункер, ну газ, естественно, на всю, все нормально. Выгружает бункер и ручку, ну у кого там, у кого ручка здесь, у кого там рычаг здесь, у кого кнопка там, неважно, не суть. Мысль в том, что он поднимает этот бункер до конца, до упора, на полном газу, что этот бункер аж, блин, вот так вот бьется, аж начинает шататься, поршень, блин, вот этот поршень, он вырвется, блядь, с такой силой, если так херачить постоянно. Его вырвет к чертям, блядь. Он потом перестает держать, бункер начинает опускаться потихонечку. В общем, ну, пожалуйста, ну, блядь, ну, рычажок-то убирайте, кнопочку приспускайте. Вот подняли до конца, ну, все, ну, не надо до упора, чтобы оно, блядь, бился, этот бункер, блядь, чтоб... Ладно. Второй момент. Ну, когда выезжают на поле, начинают ехать, и не всегда там, ну, ворота закрывают, откуда машина выезжает. Кто-то закрывает, не закрывает, не суть. Можно не закрывать это, вернее, закрывать это не обязательно. Но мысль в чем? Когда едет, вот эта щетка, она работает. И он херачит, и бах, эта щетка об борт, об угол борта. И вот каждый вот, смотрю, каждый раз, бах-бах. Ну ты, блядь, кнопочку нажми, щетка уберется. Либо щетку включай после, когда... Ну зачем, блядь, щеткой биться, блин, об борт? Хрен там борт это уже помялся, там вмятина. Щетка может лопаться. Здесь в этот поршень лопается. Там крепление. Ну вот на Замбоне, благо, вот еще более-менее конструкция сделана. Щетки не такие хрупкие. А вот на Олимпиях вот эти щетки, они рычаг там. Вот такой рычаг, только в этом месте. Он лопается. В общем, потом еще у меня тут недавно задали вопрос там, ну типа, нафига заливать поле шлангом, если можно просто машины заливать. Ну, здесь это вариант для ленивых заливать машиной, ну либо если вот у вас шлангов нету. Объясняю. Когда мы заливаем шлангом, наша главная цель какая? Сейчас все скажут: нарастить лед. Совершенно верно. Но не только. Нарастить лед мы можем у машины. Если будем вот так вот по кругу ездить машины, потихонечку, там на холостых, тоже будет наращиваться. Но когда шлангом мы заливаем, вот так вот, идем туда-сюда, вода, излишки воды, нам, наша цель еще не просто нарастить, нам выровнять поле надо. И излишки воды, когда мы вот проходим, они не успевают замерзать, как машина, когда сюда едем, здесь оно уже все замерзает. А излишки воды стекают в середину там, или где у вас, то есть вода ищет свою плоскость, то есть она стекает вот туда, куда ей нужно. Тем самым наращивается основной упор наращивания льда, происходит там, где его оно требуется, там вот на серединах, здесь, за воротами. Вот это главная цель, нам выровнять поле. Ну и, естественно, тоже периодически подрезать углы машины. Единственное, вот на уличных катках
шлангом, когда уже сильные морозы, выработка льда идет большая, когда много людей, проходимость большая, но шлангом уже не получается заливать, так как сильные морозы, и шланг бывает, вот чуть-чуть прикроешь, а он уже все, прихватывает его и замерзает. Поэтому машинами заливают, ну это и не такие катки, а ну как в парках, вот, вот там, где много всяких поворотов, там машины уже в основном наращивают. Так, что-то еще хотел сказать. А, и по поводу этого. Поле, когда шланг заливают. А. Ну вот у нас такой вот шланг, хороший шланг. Мы лейку вообще сняли к чертям. Потому что вот это распылять, мы не даем такого количества подачи воды, как вот через трубку. Трубку поставил и пошел. Туда пошел, сюда пошел. А когда у нас здесь лейка, идет сопротивление. То есть она распыляет лейка сильнее. То есть покрытие шире получается. Но объема воды вот на эту точку поступает гораздо меньше, чем через лейку. Ой, чем через трубку. С трубкой сопротивления никакого нет. Даже шланг становится, ну, мягким. Сопротивления нету, естественно. И подача воды гораздо выше. И мы идем сюда, заходим, пошли там до конца влево. И оно все стекает. Ну, вот такой вот насосик у нас, чтобы посильнее. Заливаем поле мы не прям кипятком, ну, со шланга. Вот сейчас вот 50 стоит у меня здесь. Я выключаю тенны, примерно где-то вот две заливки остается, чтобы в бочке вода разбавилась холодненькая. Ну и когда начинаю заливать там поле, выключаю тен. В общем, температура где-то 30-40 градусов. Просто шланг он, чтобы не протапливал сильно лед. Там еще один человек, конечно, его теребенькает. Но не всегда успевает. Может профилонить. И там след такой оставится. Ну, в общем, некрасиво. А, и самое-то главное, что я решил-то этот видос записать-то вообще изначально. Не из-за бункера. В чем прикол был, когда человек заехал, сотрудник, у него машина заведена, он поднял бункер, все, как я вам рассказал. Но после этого еще бонус такой. Он берет и сразу зажигание выключает. На полном газу. И у меня опять аж, блядь, как ножом, блядь, по сердцу. Ну что ты, ё-моё, делаешь? Ну ты в машине, когда паркуешься, специально газ у себя тоже нажимаешь и потом ключ зажигания выключаешь. Ну зачем так? Ну ты обороты возьми. Ну скинь, вот же, кнопочка взял, скинул обороты. Выключил зажигание. Ну, что такое? Ну, это, блин, я не знаю. Я же сделал замечание. Говорю, ты что, блин, это? Газ-то не сбрасываешь на полном ходу это. Выключаешь. Он, а ты мне не говорил. Я говорю, господи, блядь. Ну, это такие мелочи уже говорить. Ты, ну, сам же должен понимать. Тебе ж мама не говорит каждый раз после того, как ты посрал, что тебе нужно жопу вытереть и помыть ее. Или когда ты идешь на улицу, что тебе нужно одеться. Но это же элементарные вещи, то что, блин, ну, даже самому нужно подумать, потому что, ну как так, блядь, я не знаю, ну нужно, неужели вот, нужно вот настолько человек, и это ж не один человек, это ж, блин, не единоразовый случай, таких же случаев в моей практике было много. Не знаю, неужели вот есть такие люди, которым нужно, блядь, вот прям вот все сказать, что, ну, посрал, вытри жопу. Посал, потряси писюном, блин. 33 раза. Ну, блин, ну такие вещи элементарные, я не знаю. Нужно уже. Ладно. Все, я чуть-чуть повозмущался. Высказался. Да и много таких всяких моментов. Это сейчас то, что я вот так вот резко вспомнил. То, что кольнуло мне сердце. Нужно быть поаккуратнее. Любить, что ли, свое дело, к которому ты относишься.
а не просто на отъебись. Пришел, отработал смену и съебался, лишь бы быстро. День прошел, и слава богу, да? Да, и вот я еще такую вещь заметил. Вот чем больше людей на работе работает, тем хуже весь процесс происходит. Вот есть, допустим, 2 через 2, допустим, работают люди определенные. Вот в одной смене там 2 человека, в другой смене 2 человека. Либо 1 человек, как вот у нас, и в другой смене еще 1 человек тоже. И более как-то все слажно получается, более, потому что накосячишь, другой человек уже или другая смена сразу понимает, кто накосячил. И каждый человек, каждая смена подходит более ответственно. Также после сдает смену, борта подрезной пройдут, шишечки уберут. Машину всегда заправленной оставляют, потому что, ну, сразу это все обговаривается. А вот там, где смен до хрена, там типа 4 смены, там, ну, это сутки трое, такие вот, где человек там по 4 работает в смене. Короче, 16 человек. Ну, в общем, когда до хрена народа, каждый пытается свалить друг на друга, думает, ай, ладно, я не сделал, другой сделает. Ну, по схеме, типа, другой не делает, нахуя я буду делать? Так вот и проходит круг. Никто в итоге ничего не делает. И все живут дружно и счастливо. Из серии, типа, в колхозе работал только конь, но председателем так и не стал. И вот так вот и смена переходит, то, что вот недоделки, вот эти вот гранаты на воротах, там треснет, да хрен граната, она еще на месте, не отвалилась. У другого отвалится, другой поменяет. Ну вот это вот переходит, смену. Авось меня пронесет, другой сделает. И неизвестно в какой смене, потому что после тебя еще там 3 дня будут работать другие люди, совершенно другие смены. И у кого что случится, у кого это доломается там, или... В общем, это как-то хуже происходит. Ну и это практика такая. Это везде я такое встречал, вот, абсолютно. Там, где много народа, там распиздяйство больше происходит. Там, где меньше народа, там более... ответственно подходит. Ну, у нас же не хотят. Ладно, это все. Ладно, всем пока, удачи.